Чатурварнам мая срештам гунокарма вибхагасаха тасьо картарам опимам бидхи акартарам аббаям. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад Сишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он был послан в этот материальный мир, чтобы утвердить Дайва Варнашрама. Сила Бхакти Винод Такур, Сила Сачитананда Бхакти Винод Такур говорит, что Бимала Прасад Сарасвати, он послан самим Гауранга Махапрабху, чтобы утвердить должным образом Дева Варнашраму здесь. Это его особая обязанность. И Дама Парикрама, чтобы утвердить Сиддханту и все прочее. Он был послан для этих целей в этот материальный мир, чтобы утвердить чистую Сиддханту. На самом деле суть в том, что много споров среди людей относительно Дева Варнашрамы. Никто не может сказать должным образом, что есть значение Дайва Варнашрама. Люди, они одурачены, они находятся в непонимании того, что есть что. И поэтому постепенно мы хотим, я хочу сегодня обсудить эту тему, точное определение Дайва Варнашрама. В Шримад Бхагаватам можно найти в Ясо яд лакшанам проктам пунсо варна вивенджакам таданнатрапи дришето татте наиво винирдишет. This shloka is very important. It is written here in Bhagavatam. Ясо яд лакшанам проктам пунсо варна вивенджакам таданнатрапи дришето татте наиво винирдишет. На самом деле Дева Варнашрама, это очень высокая вещь, и если вы ее не поймете, это не очень хорошо. Возможно, вы изучали Гиту, и там Бхагаван Шри Кришна, он объясняет, рассказывает о осквернении Варн. То есть о смешении варн в первой части. И там можно найти, что Бхагаван Шри Кришна говорит, что могут из этого смешения, неправильного смешения варн, возникнуть проблемы в будущем. Бхагаван Арджуна спрашивает, и Бхагаван Шри Кришна спрашивает. Точнее, Арджуна спрашивает, а Кришна отвечает. Вот насчет этого смешения варн. Я имею в виду чистота, наша, как сказать, непотомственная, забыла на русском слово, генеретическая или как-то так, чистота практически невозможна. Потом, родовая или потомственная, как-то так, в таком духе, это сложно. Генеалогическая. Вот. И вот на самом деле есть четыре варны и четыре ашрама. Я был вынужден разделить все это общество, всех людей на четыре части. Вот Бхагаван Шри Кришна говорит, четыре варны, четыре ашрама. И давно в Сатья-югу была только одна варна хамса и никаких других аду. Почему хамса? Поскольку, когда они рождались, они могли стать успешными практически. И поэтому в то время это было великолепное время. И после Сатья-юги
Трета-юга началась, и в Трета-югу уже было не так, люди не все могли понять о том, чем им заниматься. И поэтому в Трета-югу во вторую часть Трета-юги Бхагаван Шри Кришна он был вынужден разделить. А как он это сделал? Риши Муни, они, Кришна вдохновил их, они сделали это под его руководством. А кто-то может спорить насчет того, что вот мантра Хари Кришна неправильна. Вот во Вриндаване многие спорят, что сначала Хари Рама должно быть, а потом Хари Кришна. То есть некоторые люди утверждают, что должно быть наоборот. А почему? У них такой аргумент, что Рамачандра раньше родился Кришной, поэтому Хари Рама сначала нужно говорить. И поэтому вот так нужно делать. И Чайтанья Махапрабху говорил неправильно, вот они утверждают так. И вот около полугода назад кто-то мне позвонил из Вриндавана, опять спросил этот вопрос, человек разгневался, не понял этого. Я сказал, что суть в том, что если ваше сознание думает так, что Рамачандра раньше родился, а Кришна позже, то я спрошу вас, как это возможно для Прохлады Махараджа, который жил в Сатья-югу, он уже знал имя Кришны. Вот из этой шлоки это следует. И вот я спросил, почему Прохлад Махарадж жил в Сатья-югу, как он знал о Кришне уже, если он еще не родился. И никто не может ответить на этот вопрос. Это просто такое неправильное понимание. И вот Харинам Махамантра, Хари Кришна Махамантра, она вечна, как Гайтри, как Кама Гайтри, Гор Гайтри. Я опубликовал одну книгу «Читания Упанишад», и там я привел доказательства того, что Махамантра, она вечна. Все вот эти «Читания Гайтри», «Гор Гайтри», они тоже вечны. И вот на это уже никто не смог ответить. А кто-то думает, то, что Рама значит Рамачандра. Но это слово в Махамантре не значит ни Рамачандра, ни Баларам. Рама значит, я в другой день более подробно объясню, сейчас кратко, поскольку сегодня тема другая. На самом деле Рама значит Раманат Рам. Раманат. Кришна Бхагаван, тот, кто совершает лилы с Радхарани, Раманат, Раман. Раман значит лила, и поэтому он зовется Рамой. То есть это, собственно, Кришна. Но какие-то люди думают, что Рама значит Дашарадхи Рам, Рамачандра. А кто-то даже думает, что Рама значит Баларама. Но эти концепции, они неправильные. Гопал Гуру Госвами, Рагунат Дас Госвами, Джива Госвами Пад, Санатан, Рупа Госвами, они все говорят то, что Раманат, вот эти слова они говорят, то, что Махарадж сказал, что тот, кто совершает лилы с Радхарани, он и зовется Рамой. По этому поводу много спорят до сих пор, и вот смотрите, в Сапта-югу была одна варна, она звалась Хамса-варной, и в Трета-югу разделение должно было случиться, чтобы эти варны не осквернялись. Я могу в дальнейшем привести примеры, почему это происходит, и вот согласно этой шлоке,
Любой человек, который рождается, вы должны смотреть на него, изучать, какие его склонности, настроения, действия. Поскольку, если вы, например, родитесь в брахманской семье, это не значит, что вы брахман. То есть нет такого правила, что в брахманской семье только брахманы рождаются вот в одной самхите, в Бхагаватам, в Падмапуране, в различных местах описываются случаи. И вот кто же брахман? Это главное. Кто такой брахман? И сейчас ситуация очень критическая. Почему? Поскольку Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад дал нам священный шнур. Ягья-сутра. Мы все получили ее по его милости. И после того, как мы получили дикшу, вы получаете священный шнур, поскольку проходит ягья, и вам дают этот священный шнур. Брахманское посвящение вы получаете и становитесь брахманами. И вот Бхактивинода Тхакур в Джайва-дхарме объясняет более глубоко, что мы получили брахманское посвящение, но это зовется парамартик брахманатья. И если вы посчитаете, что вайшнавы, они очень высоки, вайшнавы невозможно сравнить с брахманом. Это оскорбление для вайшнава. Если вы хотите сравнить вайшнава с брахманом, это оскорбление. Вы не можете их сравнивать, поскольку в вайшнаве можно найти 26 качеств и прочих главных, и бесконечное число других. Вот в этой шлоке говорится, что у преданного Кришны бесконечное число достоинств. И вот в читании Читамрите говорится в этой шлоке, что если вы по-настоящему преданный Кришне, то все качества, которые есть у Кришны, они все явятся в нас, в вас. 64 главных качеств, но Кришна, он бесконечен, и вайшнав, он тоже получает все качества, все достоинства Кришны. Но здесь есть одно. Но если все качества исходят из Кришны, то что это значит? То есть чистые преданные, они тоже могут иметь все, практически все качества Кришны. Но будьте внимательны, у Кришны есть какие-то особые качества, которые не могут явиться в преданных. Это значит, что все качества могут явиться, кроме некоторых. То есть, например, такие качества, как способность творить вселенную, что-то творить, ну, в смысле, сотворять материальный мир, такое качество, например, и некоторые другие, они не могут быть у преданного. Но не все это понимают. И вот все качества Кришны могут явиться в вас, чтобы возвысить вас на более высокий уровень. Но все качества Кришны, они могут явиться в вас не во всей своей полноте, а в каком-то отношении, в какой-то степени. Например, какое-то качество явилось в вас как вот ударота, вот как храбрость, вот героизм или храбрость, но не до такой степени, как у Кришны. Not that.
И вот суть в том, что Вайшнав, например, не может совершать раса-лилу, но Кришна может это делать, Кришна может творить вселенную, но Вайшнав этим не занимается. И вот суть в том, мы должны смотреть вот на ребенка с самого рождения. Была раньше такая система в те древние времена. То есть это не значит, что если вы родились в браманской семье, вы становитесь браманом. Нет. Много случаев я могу привести из Бхагаватам, что кшатри становился браманом. Таких много случаев, я могу постепенно их рассказать вам. И вот суть, то, что я хочу вам сказать сегодня, то, что Шрила Прабхупад, он дал нам этот священный шнур во время яг-яги, в описаниях это одобряется, но об этом в Балигае был большой спор. Это около 80 лет назад было. Шрила Бхактивинода Тхакура присутствовал там. А, точнее, еще больше, около 100 лет назад. Поскольку Шрила Бхактивинода Тхакура в 1914 году оставил это тело, но перед этим Шрила Бхактивинода Тхакура он отправил Шрилу Прабхупаду на то собрание, чтобы он доказал им превосходство Дава Варнашрама. Там было огромное собрание. Тысячи людей пришли туда, великие пандиты. И на этом собрании, это было в Миднапуре, место звалось Балигаем. И тысячи людей пришли на это собрание, чтобы поспорить на эту тему. Почему они получают, мы браманы, а почему не браманы получают священный шнур, мы против. И вот, чтобы утвердить Дайва Варнашраму, это было очень срочно, нужно было туда пойти. Это было собрание, и Шьямананда Паривар, и там Вишамбарананда Дев Госвами. И вот он там решил, что Бимала Прасад Сарасвати, он должен решить эту проблему. И вот там около 3 дней было собрание, и Шрила Прабхупад, он приводил свои аргументы один за другим. И после этого они были полностью разгромлены, не смогли ничего ответить ему. Но вы должны понять суть в чем. Вот, может быть, вы слышали о Ришабхадеве, он аватар Шри Кришны, Ришабхадев. И вот у него было 100 сыновей. И первый сын Бхарат Махарадж, его звали. Первый вот был Бхарат Махарадж и... And actually, Navayogendra 9. Navayogendra 9. Yogendra. This is the calculation. First Bharat Maharaj, but 9 boys. No. They 9 son of Rishabdev was divided. Four. И вот они стали повелителями всего мира. Эти 9 сыновей Ришабхадева. Given responsibility. And 9 Navayogendra was there. Follow. And first, Bharat Maharaj was the topmost. He took control over all. After that, 81 residue. И вот 81 оставшийся сын. They become pure. Они стали чистыми браманами. It is written there. И вот там говорится, что 81 из сыновей Ришабхадева, они стали чистыми браманами. И вопрос возникает, как это возможно, если Ришабхадев был кшатрием? Он был кшатрием. И откуда у него 81 сын стал браманом?
И вот сейчас я могу цитировать различные цитаты из Упанишад, как, например, вы слышали о Явале Сатьякаме. Вот он пошел к Гаутами Риши, он хотел учиться у него. Гаутами Риши, он учил веде различных сыновей браманов. И вот Джавал Сатьякам, он был очень заинтересован, чтобы получить посвящение и учиться у Гаутами Риши, учиться под его руководством. Но когда он пришел к Гаутами Риши, Гаутами Риши спросил: «Кто твой отец? О, мой сын, кто твой отец?» Он сказал: «Я не знаю, кто мой отец. Я должен пойти спросить мою мать». И вот он вернулся назад Риши сказал ему: иди спроси и возвращайся, и расскажи, кто твой отец, мать, я хочу знать, откуда ты происходишь, какой, откуда ты вообще. И вот он вернулся к своей матери и спросил у матери имя своего отца и Готру, в какой этой семье он принадлежит. И мать сказала: ты знаешь, случайно родился, я не могу сказать, кто твой отец. Я служила многим мужчинам, и ты родился от кого я не знаю, и поэтому не знает она, в общем, откуда, кто отец этого ребенка. И этот Джавал Сатьякам пришел к Гурудеву, и Гурудев сидел, учил этих своих учеников, детей других риши, и тем временем Джавал Сатьякам пришел, и Гаутами Риши спросил: о, мой сын, кто же твой отец? Ты узнал своей матери? И он был настолько прямосердечен, настолько искренен, что он перед всеми этими людьми, мальчиками и прочими, он сказал, что моя мать не знает, кто мой отец. И все начали смеяться. И Риши сказал: остановитесь, не смейтесь. И он сел перед Гаутами Риши, и Риши благословил его и сказал: ты, несомненно, браман. Почему? Поскольку у тебя есть дух говорить истину, и ты, несомненно, браман. У тебя есть такой дух говорить истину, то, что случилось на самом деле. И поэтому ты браман, я могу дать тебе посвящение, я уверен, что ты браман. Понимаете, что я сказал? И в Упанишадах говорится: у шудры, как можно определить, что человек шудра? Может, он получил посвящение, родился в браманской семье, приходит в Гаудиамадхи или еще где-то находится, но как определить? Но он лжет. Это главный признак шудра. Может, он слишком беспокоится и опечален или недоволен чем-то. Это главные качества шудры. А качества брамана каковы? Вот в Упанишадах говорится, муни. То есть главный из признаков брамана, что браман всегда чистосердечен, он говорит правду. И Шрила Бхактивинода Тхакур в своих киртанах более глубоко объясняет. То есть если то, что находится внутри вашего сердца, и вы ведете себя соответствующим образом, то вы, несомненно, браман. И была большая дискуссия на эту тему между Нахуш Махараджем и Юдхиштхиром Махараджем. Нахуш Махарадж спросил Юдхиштхиру: о, царь,
Я хочу узнать точно, кто есть Брахман, кто такой настоящий Брахман. Брахман – это тело, или Брахман – это наша наследственная наследственность, что-то, кто такой Брахман, что такое брахманизм. И перед Юдхиштхирой Махараджи спросили, кто же такой Брахман. Я хочу узнать точный ответ от тебя. И Юдхиштхира Махарадж ответил, на самом деле, может быть много разных людей, может... Есть какие-то жители лесов, но согласно уровню сознания человека, можно... То есть приводится пример, что те люди, которые живут в лесах и не прошли никакие самскары, они подобны животным. И Васиштха Муни дальше говорит, что если у них нет сознания, то есть у людей, у которых нет сознания, которые заняты... Ахар нидда бхай майтунанча саманна метам пасуви наранам. Гену вишешу адхико наранам, гене нахина пасуви саман. Ахар мин... Ахар значит то, что мы едим, нидра значит спим, мы чего-то боимся. Даже люди часто боятся больше, чем животные. Например, если кто-то потерял какую-то собственность, то люди боятся. Или кто-то бывает обходит Говардхан, чтобы избавиться от каких-то материальных проблем, от налогов, например, или прочего. И вот Васиштха Муни говорит. Pasu, those are beasts, they are also giving birth, different, and men also. So there is no speciality. The what is the speciality lying? That what is the speciality? Gano vishesho dhiko То есть в чем отличие людей от животных? То есть это знание. И согласно степени нашего сознания, знания, развития нашего сознания, то есть сознание это главное, что отличает человека от животного, но полное знание можно обрести только от чистого вайшнава от Садгуру. Вот в этом пранамантре Гурудеву говорятся эти слова, то есть то чистое, точное знание о том, кто такой я, какая наша связь с Верховным Господом. Ответы на эти вопросы можно получить от настоящего вайшнава, но если даже вы получили посвящение, может, после того, как вы получили посвящение, прошло 10 или 20 лет, но если у вас сознание не развивается внутри вас, то Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит посвящение. Что это такое? Посвящение значит, инициация значит, что божественное знание, оно должно явиться в вашем сердце. Если Гурудев благословит вас и даст вам посвящение, то все ваши грехи, которые вы совершали на протяжении бесконечного числа прошлых жизней, они все сожгутся, но или если повторить одно святое имя, то все наши грехи, совершенные в прошлых жизнях, они все уничтожатся, но нельзя злоупотреблять этим. И суть в том,
что Васишта Муни говорит, люди и животные, тем же они отличаются. То есть у них внешне они все едят, спят, совокупляются и обороняются, но разница в уровне их сознания, то, что у людей оно может быть гораздо более возвышено. И Бхактивинода Такур рассказывает об их уровне сознания. Чайтанья That means is your consciousness fullest level, full fledged. Then you can get full knowledge. Сознание, оно могло достичь лотосных стоп Сочетания Махапрабху, то тогда мы сможем обрести полное знание. И Шрила Бхактивинода Такур говорит, вы, если получили посвящение уже, 20 лет прошло, ваш Гурудев уже ушел из этого мира, но если ваше сознание не развилось, такое божественное знание не явилось в вашем сердце, то Шрила Прабхупад говорит, что тогда ваше посвящение было несовершенно. И что значит настоящее посвящение, настоящая дикша и так называемая дикша, настоящее посвящение значит, что во время посвящения, когда вы полностью предались лотосным стопам чистого Вайшнава, чистого Садгуру, то тогда и тогда вы можете получить силу от такого Гурудева, но это далеко не всегда случается, поскольку не все могут полностью предаться Гурудеву или не все готовы, но нужно практиковать сегодня или завтра мы можем развить наше полное сознание. И, или, например, еще такое может быть. Я, например, видел, что, даже многие преданные после того, как Гурудев ушел из этого мира, они смогли обрести полное сознание. Дикша – это долгий процесс. Но что хотел сказать нам Шрила Прабхупад? Настоящая дикша и так называемая дикша – это разные вещи. Настоящая дикша – значит, вы можете получить божественное знание, полное сознание. И так называемая дикша, ваше сознание не развивается. И тем временем Шрила Прабхупад спросил, вот какой-то преданный спросил у Шрилы Прабхупады, может быть, его дикша не полностью завершена, как бы посвящение ли получил, но дикша не свершилась, как пример из жизни Харидас Такура. Например, кто-то получил посвящение, и Шрила Прабхупад говорит, что до какого уровня он может получить адхикару. И Шрила Прабхупад говорил, если он не по-настоящему получил посвящение, то не может совершать настоящее служение. Он может повторять харинам, практиковать как-то, но для настоящей севы он не пригоден. А что же делать? И Шрила Прабхупад говорит, он может получить какое-то сукрити, бхактин муки сукрити, если его сердце достаточно чисто, он искренен, то он может получить сукрити. Итак, что сегодня или завтра, общаясь с Гуру Вайшнавами, слушая настоящую харикатху. Но что значит настоящая харикатха? И та харикатха, которую говорит самосознавшая себя душа, которая сама действует согласно тому, что говорит. Если у вас нет чувства внутри вашего сердца, вы не можете говорить об этом. Если вы не чувствуете то, о чем говорите, то вы не можете говорить. Это не, если даже говорите, то это не будет.
это не произведет впечатление должного на слушателя, поскольку биджа, семя, поскольку это энергия, в писаниях говорится, что мы не можем, если мы поместим семечко как в пустыне, то оно не прорастет, это бесполезно. Не можно глупо ожидать, что из этого семечка в пустыне что-то вырастет. И также нельзя отдавать посвящение каким-то бесполезным людям. В Хари Бхакти Виласе говорится, что мы не можем давать посвящение каким-то бесполезным людям, кто полностью недостоин. И вы не можете, как, например, вы не можете выдать свою дочь за человека, который как бы не совсем человек, ну или там не совсем мужчина. Это нельзя этого делать. Это глупо. И вы не можете надеяться, что у нее будет какой-то ребенок от такого человека. И в Хари Бхакти Виласе говорится, что это полностью запрещено. Это запрещено, и нельзя этого делать. И мы должны помнить, что мы получили посвящение, если мы не совершаем баджан должным образом под руководством Гуру Вайшнавов, то в обществе возникнут проблемы в дальнейшем. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о себе как о подметальщики на Махате. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о себе, как о подметальщике рынка святого имени, что мы не можем позволить быть какому-то мусору на Махате, поскольку на Махате это чистое место, где происходит Харинам, Харикатха и Харикиртан, и мы не можем позволить никакому мусору там быть, и поэтому нужно думать, почему Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад дал нам возможность стать брахманом, или я могу сказать более точно, вайшнавами, поскольку чистый брахман значит он уже вайшнав. Швапач, то есть те, кто едят собак с очень низкой касты. Раньше была такая каста, сейчас нет этого. В Чайтанья Чайтамрите перед Санатаном Госвамипадом Махапрабху говорит: «О Санатан, в Аллахабаде, в Тиртха, и там в Аллахабаде Нарада Муни был там, и вот он нашел, что какое-то животное, кто-то убивал животных, и вот он ходил и видел, что лежат мертвые животные по дороге. И тем временем кто-то вышел из какой-то хижины и начал возмущаться, что тут делаешь, что ходишь, в чем проблема. И я тут хотел убить
животное, а ты из-за тебя промахнулся. Вот ты охотник, да, охотник. Что ты тут делаешь, из-за тебя тут не смог застрелить животное? Ну, извини меня, я не знал, случайно тут проходил. И вот, когда я тут проходил, я видел, что многие животные, они полумертвые. Они так мучатся в конвульсиях. И ты, ты это сделал, да, я их убиваю таким образом, но просьба к тебе, какая просьба? Когда бы ты не убивал животных, ты полностью их убивай, не надо их наполовину, чтобы они не мучились. И тебе-то зачем это, какое благо ты от этого получишь? И вот если ты наполовину его убьешь, они мучаются, и поэтому лучше убей полностью это животное. И поэтому Нарада он дал совет этому охотнику, и Нарада сказал, что ты убиваешь этих животных, и в будущем, после твоей смерти, ты также будешь наказан, как и они. Что, правда? Да, ты получишь то же самое наказание, ту же самую боль в следующей жизни. И что же делать? Ну, ты должен изменить свою жизнь, что же делать? А что ты хочешь? Ты хочешь кожу льва или тигра, я могу дать все, что хочешь, но нет. И как, я прошу тебя, вот когда ты убиваешь животное, убивай полностью, чтобы они не мучились. И это была просьба Нарады Махараджи, но потом он... Но этот охотник сказал, что меня научил этому мой отец, поскольку когда это животное мучается, мне это доставляет радость, что я такой великий охотник, столько страданий приношу другим, но нет, не делай этого, убивай их полностью, если убиваешь, поскольку ты сам будешь страдать в следующей жизни точно так же. И как же, избежать этого? Ты должен изменить свою жизнь. Вот вы слышали в киртанах Шрилы Бхактивинода Тхакура, там говорится, что если вы прикоснетесь к воде Ганги, то ваше, вы очиститесь. Но если вы увидите вайшнава своим сердцем, то просто даршана, даже не прикасаясь к вайшнаву, а просто увидя его, вы уже очиститесь. Вайшнава не очень возвышенная. И вот общаясь с Нарадой, он уже изменил свое сердце, и тогда Нарада дал ему совет, иди прими омовение в реке, я дам тебе посвящение, дам харинам, но что же делать, как я прокормлю себя? Ну, ты можешь получить свое пропитание, я обещаю тебе, повторяй харинам, и ты, твое пропитание само будет к тебе приходить, да, я обещаю. И прошу тебя, не убивай животных, иди прими омовение в реке, и получи харинам, и повторяй его. И так Нарада дал ему харинам. И после того, как он получил харинам, этот охотник вместе с женой, они построили какую-то хижину из бамбука. И вот там они сидели, и Нарада дал им харинам. Они повторили этот харинам день и ночь. И после этого этот охотник стал, он настолько очистился, что же говорить об его чистоте. Когда его Гурудев опять пришел к нему, вместе с Парватриши, Нарда и Парватриши, они вместе пришли, то он хотел поклониться ему, но он увидел, что муравьи на дороге, он в своей одежде, он смахнул этих муравьев в сторону, и тогда только поклонился. И Парватриши спросил у Нарда Махараджа, кто он.
он мой ученик, да, твой ученик на самом деле, а что он подметает пол? Но смотри, он настолько очистился, что он не может даже муравья убить, и поэтому он перед тем, как поклониться, он это место, с этого места разгоняет насекомых. И Нарада Махараджа, он, когда он пришел к нему, он подошел к нему поближе, он принес свои поклоны Нарада спросил, ты получаешь свое пропитание? Он Нарада, что ты столько много посылаешь, что мы вынуждены раздавать, нам столько не надо. Ты так много еды нам посылаешь, что мы не успеваем есть. И таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху, почему привел такой пример в Харибаджане, Харинам, он настолько могуществен, что любой человек, откуда бы он ни происходил, он может получить, очиститься. Любой человек, с какого бы места он ни приходил, если они совершают настоящий харибаджан, они очищаются. И относительно посвящения, Харидас Такур говорит, каждый день я получаю посвящение от этих трех лаков харинама. То есть каждый месяц я повторю один харинама, и мое посвящение еще не закончено. И вот когда эта лакакхира проститутка пришла к нему, а Харидас Такур, он происходил из семьи яванов внешне. Но Харидас Такур, он совершает баджан. И он стал намачари. И вот таким образом Харидас Такур говорит, что в каждый месяц я повторяю кро харинама, но мое посвящение... То есть подожди, когда эта история про Лакахиру и Харидас Такур... Это смысл какой? То, что Харидас Такур, он сказал, что если ты хочешь пообщаться со мной, то подожди. А что имела в виду эта проститутка? Физическое общение, а Харидас Такур – настоящее общение. И просто видя Харидас Такура, это сердце этой проститутки, она очистилась. Она просто ждала там, смотрела на него, слушала звуки харинама. И таким образом она очистилась, что она в будущем стала ачарьей. Лакахира стала ачарьей, маханти. И другие ачарьи, они приходили к ней, чтобы выразить свое почтение. И Харидас Такур, он сделал Лакахиру подобную философскому камню. Лакахира, она была проституткой, но сейчас, общаясь с Харидас Такуром, Харидас Такур, он сам подобен философскому камню. Он настолько могуществен, что он это свое качество передал этой проститутке, что эта проститутка стала подобна философскому камню, что те, кто соприкасались с ней, они менялись. И процедура дикши – это очень долгая процедура. И Шрила Прабхупад дал нам как минимум этот священный шнур, но это не значит, что мы сразу стали чистыми браманами. Понимаете, что я хочу сказать? Не обижайтесь, во Вриндаване был большой спор на эту тему, что нам дано посвящение, вам дан этот священный шнур, чтобы вы как минимум смогли достичь качеств брамана и вот эти браманские качества, чтобы были у вас как минимум. Если какой-то браман родился в браманской семье, но у него нет, но даже если у него есть 12 качеств, и он, но нет вишну бхакти, преданности Кришне, то он не браман. А сейчас
Janmana jayate sudro. It is written in Shastra. А сейчас, даже если вы родились в браманской, в чистой браманской семье, но в Писании говорятся эти слова, что не пройдя самскара, любой человек по рождению он шудра, он не браман, он шудра. И когда он развивается, происходит упанаяну самскару. После этого движа самскару, тогда уже можно говорить, что он что-то каким-то браманом стал. Upanayan Gayatri received by that boy, then he become Brahman. То есть когда он проходит самскары, только тогда он становится браманом. Еще чтобы быть настоящим браманом, семь предыдущих поколений его должны быть чистыми браманами. А в эту кали-югу, по крайней мере, четыре должно быть его поколения, они должны быть чистыми браманами, ни с кем там не смешиваться, и только тогда они браман, иначе нет. И вот суть в том, в шастрах говорится. Ятха канчана там яти кансам росо виданатха татха дикша виданена диятям жаяте нинам. It is written by chemical reaction. И вот говорится. Каша can be converted into gold. Ятха что металл какой-то вот металл можно с помощью химической реакции превратить в золото. Камса называется. Этот металл называется. И также, что такое дикша? С помощью дикши. Этот человек может стать браманом. И Шрила Прабхупад дал нам эту браманскую дикшу, называется Парамартик Браман Дикша. Парамартик Браман Дикша называется. Поскольку мы совершаем баджан, день за днем мы развиваемся, совершаем баджан. И, например, после того, как мы получили посвящение и пытаемся заработать денег, работая как этот священник наемный, то Шрила Бхактивин Такур говорит, это полностью запрещено, это в Джайва-дхарме описывается. Вам дана это дикша, это священный шнур, чтобы вы совершали харибаджан, а не для того, чтобы заниматься работой браманов или зарабатывать деньги таким образом. Если вы идете на рынок, те браманы, они, которые зарабатывают, ну, как, деньги своими обязанностями священника, они будут очень опечалены. Это оскорбительно. Если, например, какой-то человек хочет забрать обязанности другого, работу другого, это оскорбление. Почему? Поскольку, согласно разделению на варны ашрамы, каждый люди должны заниматься своими собственными обязанностями, они чужими. Если вы хотите забрать чью-то работу, источник дохода брамана, это оскорбление. А сейчас такого системы нету, все разрушено, браманы открывают какие-то обувные магазины, кшатри занимаются работой брамана, шудры. А шудры делают работу браманов, и таким образом все сломалось. Дайва варнашрама очень сложна и очень для понимания. И очень, как сказать, суть в общем в том, что вы получили
священное, это брахманский шнур, это брахманское посвящение исключительно для того, чтобы совершать харибаджан, а не для того, чтобы заниматься какой-то мирской деятельностью. И вот Нахуш Махарадж спрашивает, кто же такой брахман. Нахуш Махарадж спрашивает, тело брахман или семья, из которой он происходит, это брахман. И Йотишия Махарадж отвечает, что любой человек может дать рождение, как любой мужчина может зачать, любая женщина может зачать ребенка от любого мужчины. И, то есть любой человек, мужчина, может зачать ребенка в лоне любой женщины. Но такая система... Ну, то есть, ну, смысл этого в том, что тело — это не брахман, а ум — это тоже не брахман. Ваша семья, ваше поколение — это не брахман. Брахман — это бхава, это чувство, которое находится в вашем сердце. Если оно похоже на качество брахмана, как минимум, а если этим, и тем более, если у вас есть вишну бхакти, то... Но, опять же, если у вас есть все качества брахмана, но нет вишну бхакти, преданности Кришне, вишну, то вы не брахман. И таким образом, если у какого-то собакоеда есть вишну бхакти, то он выше вас. И Шри Чайтанья Махапрабху отвечает. То есть человек, кем бы он ни был, может был шудрой, ваши или саньяси, но если у него есть Кришна Бхакти, то, несомненно, он брахман. А тот, у кого есть полное знание о Кришне, тот, кто достиг таттва гьяны, то будьте уверены, что он гуру. Что значит гуру? Гуру, он брахман автоматически. Гуру значит вайшнав. Гуру, но не вайшнав, такого не бывает. Бхактина такого говорит, что кто-то гуру, но не вайшнав, такого не может быть. То есть, гуру, он есть вайшнав. Кто вайшнав, он есть настоящий гуру. И таким образом... Шрила Бхактина Такур, он объяснил смысл такого второго посвящения. И если вы будете изучать Бхагаватам, различные Пураны вы можете найти, что даже тот, кто находится в брахманской семье, но его настроение кшатри из-за каких-то причин. Можете вспомнить, что Парашурам, например. Парашурам, он развил качество кшатрия. И как это возможно было? Васишта Муни, после того, как он оставил это тело, он опять родился из лона Минаки. Васишта Муни. И эти примеры даны для нам. И еще один Риша. Другой Муни, это оленя родился, Гукарна Махарадж родился от коровы. И таким образом, если мы будем изучать, то можем найти, что ну, откуда человек родился, это как бы важно, но не до такой степени. И если мы находим, что у этого человека есть брахманские качества, то в этом случае раньше была такая система, что муни риши, они вдохновленные Господом Кришной,
они создали эту систему и не так определяли по качествам, кто такой браман, а кто нет. Браман – это настроение, это сердце. Браман – это сердце, delicate heart, if you grow, having some Krishna bhakti, 12 different qualities, in that case you are Brahman. То есть, если у нас есть браманские качества, то тогда мы браман. Брахманаханам сахастребьо шатраджаджи вишишвати шатраджаджи сахастребьо сарвабеданта парго сарвабеданта биткотча вишнубхакто вишишвати вишнубханам сахастребьо экантеко вишишвати. And after that actually thousands of, you know, Brahman, having full knowledge of Vedanta, one Vishnu Bhakta is topmost. И вот среди всех браманов, имеющих знание Веданты, преданный Вишну, он лучше их всех. Out of thousands of среди тысяч Вишну Бхакт, чистый преданный, он более возвышенный их. И таким образом, то есть говорится, кто есть браман. У браманов могут быть различные качества. Вот Махарадж их перечисляет. Если у вас нет этих качеств, то вы не браман. И после этого Вишну Бхакти. So system said by actually Chaitanya Mahaprabhu. Эта система так установлена. И Махапрабху говорит, что если вы развиваетесь в баджане, нахам випу нача нарбудир напи шуддо, нахам гурни нача гьяпудир намас чадиба, кинту пордон никло порнам пунномитадхе гопи бхартур падакамарайо дасудасан даса. И на самом деле, если вы достаточно чисты, чтобы осознать свое настоящее «я», то тогда вы поймете, что вы не браман, не кшатри, что не вайша, вы не царь, не шудра, что вы можете осознать, что вы, что ваше «я» имеет такую природу, что вы слуга, слуги Шри Кришны. Это наивысшее самоосознание, которое можно обрести в этой человеческой жизни. Почему Кришна Баджан, он лучший из всего? И вот есть четыре варны, четыре ашрама. Варна – это браманы, кшатри, ваши и шудры, а четыре ашрама – это ашрам. Ашрам, actually, брамачари, ванапрасхи. Брамачари, грихасхи, ванапрасхи и саньяса. Четыре ашрама, из них саньяса, соответственно, наивысшие. Но наша гурварга, те, кто приняли саньясы в нашей наставнической преемственности, они не просто саньяси, они парамахамсы. Сила Прабхупад, вся наша гурварга, они приняли саньясу для проповеди. И вот те, кто приняли саньяс для проповеди, они парамахамсы. И все же они приняли саньяс для проповеди, чтобы они смогли действовать и проповедовать, но они все парамахамсы, они не саньяси. И в Бхагаватам говорится, что те, кто нельзя в то же самое время думать, что They are not bound to follow. То есть смысл в том, что парамахамсы, они не
обязаны следовать правилам и предписаниям, которые предписаны для этого общества. Они очень возвышены, они могут делать все согласно их желанию в сердце. Они не обязаны следовать всем правилам и предписаниям. Но для саньяс но чтобы опять же общество более в частности вот индийская система варнашрама, чтобы они принимались обществом, наша гурвага она принимала саньяс и следовала всем правилам и предписаниям. Но суть да, варнашрамы в том, чтобы наблюдать за человеком, и когда он родился, растет, то есть можно наблюдать, нужно наблюдать в нем особые качества, которые говорят о его принадлежности к какой-то определенной варне. И так мы должны наблюдать, и если мы увидим, что у него есть брахманские качества, то, соответственно, нужно занять его брахманской деятельностью. Если он кшатри, нельзя его силой сделать брахманом. Может быть, он родился в брахманской семье, но его природа кшатрийская, то его нужно дать ему заниматься своей кшатрийской деятельностью, если вайша, то соответственно деятельностью. На Западе тоже такая система существует. То есть на Западе некоторые страны не очень развиты, поскольку Шрила Бхактивинода говорит, что хотя они не следуют варнашраме, но Индия – это карма-кшетра. Бхарата – это карма-кшетра. А все другие места не могут так называться. Карма-кшетра значит, что согласно ведам, мы, то есть здесь живут жизнью, описанной в ведах, только в Индии. И поэтому это место зовется карма-кшетра. А сейчас это Дева Варнашрама, она пропагандируется по другим частям мира. То есть суть в том, что та природа, которую вы имеете, нужно действовать согласно ей. То есть Индия зовется Кармакшетрой только потому, что наставление вед в практической форме можно найти только здесь. That doesn't mean you can make contamination. Суть в том, что мы должны заниматься своими обязанностями и не лезть в другие, чтобы не ломать эту систему. И Бхагаван Шри Кришна в Гите в первой главе говорится, что то есть не нужно нарушать эту систему Дева Варнашрама. Она такова, что согласно вашей... То есть, ну, суть в том, что мы согласно своей собственной природе должны следовать и исполнять свои обязанности. А если мы пришли на этот путь, то если мы получили брахманское посвящение, то оно для того, чтобы совершать харибаджан, а не заниматься работой священника. Это будет неправильно. And we can be in problem.
So if you have any question, если есть вопросы какие-то, about this point, what I speak, any doubt? I don't know if you have time today, Maharaji, to talk about these 12 qualities in detail. No? The qualities we have to develop in our. I already told. 12 qualities you can develop. After that, after all, you will have to get bhakti. Это вопрос о 12 брахманских качествах. Your quality, it is seen you are very interested to do Hari Bhajan, you have taken initiation, dikha, everything, but you cannot break rules and regulations. Follow what I say, what is already said by Krishna. At present, actually, everything, all system broken. The system is a big problem at present. So you cannot break system. And any other question? Any question you have? Сейчас спросим. Что значит парамартхи? Варнашрама is term. Actually, Varna Manasa, after taking bath, you will have to follow. And Krishna Bhakti is there with your, you know, heart. Krishna Bhakti with your heart there. It's natural point. Krishna Bhakti is and Varnashram actually when you take birth here, when you like to follow Sannyas Vrata, Brahmacharya, you will have to follow all after taking birth. But after all Krishna Bhakti is there inside. Varnashram external, follow. Not I like to establish Varnashram after all, not that. I like to clarify this point, but many devotees requested me to explain this point. For a long time, previous 2-3 years, I was bound to speak this point. I can speak more details because I have some seva there. I can speak next day, someday, near future. So if you have any doubt, Varnasam Dharma you will have to follow basically. After that, if you can transcend, break everything, you can go on. Krishna Bhakta is above all. Follow. Krishna Bhakti is above all. All Varna and Ashram, all preliminary thing. You have to go up. In that case, Varna and Ashram cannot touch you. But now you have to follow. Your Brahmacharya, even those who are following Grihastha Ashram, they can also follow some strict rules and regulation. This system. System you cannot break. Suppose in one Brahmin family, 2-3 parampara, they are actually having Vishnu Bhakti and Brahmanism. They are doing some, you know, they are acting as priest, pujari. Тут Махарадж приводит пример, что если какие-то, ну, какие-то браманы занимаются своей браманской работой священников, то, а если мы получили посвящение, идем составлять им конкуренцию на этом рынке священных услуг, то это плохо. Во Вриндаване это даже случилось достаточно давно. Шудры, подметальщики пришли во Вриндаван под руководством какого-то министра спорить. Они пошли захватывать какой-то храм, мотивируют там тем, что мы как бы давно подметаем, нам пора на повышение, поэтому давайте валите отсюда, мы там будем этими священниками теперь. Ну, такая ситуация во Вриндаване была. Ну, там сам... Ну, потом пришли, кто-то старшие пришли и объяснили, что браманы должны поклонением заниматься, шудры подметанием. И не надо менять их местами. Но так или иначе, Кришна в сердце каждого находится, мы должны
уважать всех в согласии с его положением. Но Кришнабаджан мы должны совершать. Но ломать систему не нужно. Follow what I mean to say, you see, there can be big fighting with me. If I go details, it's not possible. So if you are intelligent, you can understand what I mean to say. Regarding marriage also, you cannot break rules and regulation. Varna Sankar Prajayate, we have to follow. This system you cannot break. You have to do bhakti, you can go up. If you are getting bhakti, maybe I can pay under bhakti. That is separate thing. Regarding marriage also, you cannot break rules and regulations. But actually, Deva Varnasam is so nice, so fine, if you follow, you can get result. But nobody likes to follow properly anyway. So? They're asking, what means word paramarthik Brahman? Paramarthik Brahman means you are giving Brahmanartha. Paramarthik Brahman значит, что вам... To do Hari Bhajan. Дана возможность совершать Хари Бхаджан. Не для того, чтобы ломать систему, установленную уже Кришной. Параматик Брахман значит, что вам дано качество Брахмана, чтобы совершать Хари Бхаджан совершенным образом. Картабба, duty. All duty segregated by Krishna. Все обязанности разделены Кришной, чтобы определенные варны совершались определенными, то есть все занимались своими делами. Шамодамах стапах саучам кхантир арджавмивача гьянам вигьянам астикчам брахмакармо сабхавайам сорьям тейо дхритирдакшам Юдхи чвапи апалайанам, данам ишвара бхавасчо, хатта кармо сабхавайам, киси го ракшо баниджам, вайшо кармо сабхавайам, паричарджатмакам кармо судра свапи сабхавайам, чатурварнам майя срештам гуна кармо вивагасаха, тащо картарам мопимам виддхи картарам аббайам, Дибба гьян ято дадьят курьят папасса саншайам, тасмад дикшети свапракта десико истатто ковидаха. After that we can go to give answer that Chaitanya Mahaprabhu never somebody giving this kind of argument, Chaitanya Mahaprabhu break all rules and regulations. The material people, they are speaking Chaitanya Mahaprabhu actually Ну, какие-то люди говорят, что Чайтанья Махапрабху нарушил все правила и предписания, поскольку Кришна... Но... Махапрабху хотел показать, что Кришна Бхакти, оно за пределами всех правил, но... Его неправильно поняли. То, что Шри Чайтанья Махапрабху всем давал посвящение, а не только брахманам. Ну, в этом была главная загвоздка. Как Харидас Такур, он был... Хотя он родился далеко не в брахманской семье, но он лучший из вайшнавов. И Харидас такой говорит Санатане, о Санатан, Махапрабху дал тебе, дал вам особое служение, вы, он дал вам место во Вриндаване, вы занимаетесь вот уходом за различными местами паломничества. И, а Санатан говорит, нет, ты лучший. Среди всех спутников Шри Чайтанья Махапрабху ты лучший, поскольку имя, святое имя, а ты оно лучше, а ты намачарья. И поэтому... Мы ты занимаешь наилучшее положение, и
Так, Харидас Такур, он, несомненно, гораздо выше, он лучше, чем любой браман. Но все же Харидас Такур, смотрите, он не нарушал этих правил и предписаний, хотя он был выше любого брамана. А как мы об этом узнаем? Вот однажды случай был с Адвайта Гасаем в Шантипуре. Адвайта Гасай. Он кормил Харидас Такура каждый день, он относил ему прасад, он повторил Харинам, и Адвайта Гасай Махавишну, он давал прасад Харидас Такуру, и Харидас Такур плачет, что нужно, почему ты каждый день приносишь прасад мне, люди будут критиковать меня. И Адвайта Гасай говорит, ничего не нужно тебе говорить, я действую согласно Писаниям, все я делаю правильно. И вот Адвайта Чарья говорит, что не бойся, я не нарушаю ни одного правила, описанного в Писаниях. И Харидас Такур, как это? Ты каждый день ходишь, носишь прасад мне, а ты очень уважаемый человек в обществе, ты Адвайта Ачарья, а я родился в семье Яванов, и люди будут критиковать тебя. А Адвайта Гасай сказал, мне все равно, не бойся. Я делаю все согласно Писаниям и не нарушаю никакое правило. Адвайта Гасай каждый день ходил, носил прасад Харидас Такуру, и он принимал его. И вот Адвайта Гасай, он, его отец Шадья Кувера. И вот отец Адвайта Гасая Кувер Махарадж. И вот они совершали шрадху, и такова система, что нужно дать тарелку прасада чистому браману. Во всей Харибхакти Виласе, во всей Кармаканде говорится, что когда бы вы не совершали любую шрадху, нужно накормить прасадом браманов. И тысячи браманов были приглашены в Шантипур, и Адвайта Гасай, он взял тарелку прасада, отнес Харидас Такуру первому плечом. И все браманы начали возмущаться, что как это, мы даже воды не выпьем в твоем доме, мы уходим, почему ты все нарушаешь? Адвайта Гасай сказал, что случилось, почему ты накормил от того, кто Харидас Такура, который родился в семье Яванов, а мы чистые браманы. И Адвайта Гасай говорит, в чем же дело? Он выше, чем брахманы. Ну, тогда мы даже воды не выпьем в твоем доме. И все тысячи брахманов ушли. Так, возмутились и ушли. И вот они хотели что-то сварить, себе поесть. Ну, в общем, они решили сами себе что-то приготовить и... It's called Siddha. Took everything, they gone to cook themselves. But by chance, by the grace of Krishna, приготовить они себе решили, но был до этого ураган и дождь, и их не было, у них огня. И вот они ходили по близлежащим деревням и спрашивали, есть ли у них огонь. Огня нигде не было, но в то время спичек не было. Они просто зажигали что-то, хранили так, хранили огонь. Но во всех близлежащих
деревнях весь огонь погас из-за урагана. И брахманы потом подумали, что, может, мы оскорбление совершили лотосным стопам Адвайты Гасаи, почему нет огня нигде. И все эти брахманы всей толпой пришли к Адвайте спросить прощения. И Адвайта сказал, что вы не ко мне, а у Харидас такого просите прощения. Хорошо, пойдемте, поклонимся ему. И вот они, все эти брахманы, вся толпа брахманов во главе с Адвайтой Гасаем пошли в Хулию, и там увидели, что в Харидас Такур есть огонь, вот только в пещере Харидас Такура и нигде еще. И тогда они прикоснулись к стопам Харидаса Такура, попросили прощения, что они совершили оскорбление в его адрес. И тогда они решили вернуться в дом Адвайты Гасая и съесть этот просад, который был приготовлен в предыдущий день, холодный просад. Да, они решили таким образом выразить свое почтение в просаду. Но все же Адвайта Гасай, он никогда не нарушал правила, пытайтесь понять эти правила Дайварнашрамы, не пытайтесь понять это. То, что Харидас Такур, он лучше всех брахманов, поскольку Адвайта Гасай, он сам Махавишну Джагаткарта. Он говорит, что если вы примете просад, в смысле, говорит, что Харидас Такур, что если ты примешь просад, то я получу больше блага, чем накормив 10 миллионов брахманов, насколько ты возвышен. То есть просто если накормлю тебя, я получу благо больше, чем откормление 10 миллионов брахманов, настолько чистые. И если сам Адвайта Гасай сказал так, то у нас не должно быть никаких сомнений в этом. Но смотрите, Харидас Такур, он все же он не нарушал ни единого правила в поведении относительно брахманов. Когда Шри Чайтанья Махапрабху, будучи в Гамхире, он звал Харидас Такура, а Харидас Такур кланялся ему издалека на дороге. И когда ему говорили: «О, Прабху, Махапрабху зовет тебя», но он говорит: «Нет, у меня нет права входить к нему. Иди, тебя приглашают на просад, нет, я не могу». И после того, как вы все поедите, вы вынесете мне сюда просад, я приму. Смотрите, как, хотя Харидас Такур, он лучше, чем десятки миллионов брахманов, но все же Харидас Такур не нарушает никаких правил. Рупа Санатана, они происходят из семьи Бхаратраджа. Это высшая из брахманских семей, но все же Рупа Санатана, они даже не ходили по улицам, по центральным улицам Пури. Они говорили себе, что мы служили мусульманам, мы осквернились. Мы долгое время служили им, и поэтому мы падшие души. Рупа и Санатана за всю свою жизнь они никогда не пытались даже войти в храм Джаганатха. Хотя у них было полное право входить в этот храм, они по рождению браманы, и все хорошо было. Даже Шри Чайтанья Махапрабху однажды Санатана пригласил к себе, но Санатана, он пошел через океан, через этот... через пляж на океане, через ту дорогу, которая там по песку проходила. А Махапрабху, он сверхдуша, пребывающий в сердце каждого, он спросил: «Как же ты прошел? А вот через пляж, а зачем? Там очень жарко. Зачем ты там пошел? Покажи свои ноги».
И он увидел, что там волдыри были от этого горячего песка. Почему же ты не пришел прямо по главной дороге? А он сказал, нет, я не имею права, поскольку если я прикоснусь к кому-то панде Джаганатха, то он осквернится, и лучше я пойду вокруг. То есть, и чем больше вы развиваетесь, тем больше смирения будет у вас. Ты надо You can become angry, not there, to say, to understand this point. So, the more and more и вот чем больше вы развиваетесь, чем больше возвышаетесь, тем больше чувство смирения будет у вас. И практически мы должны это применить. Вот как можно видеть на примере жизни Харидас Такура, Рупы Санатана. Но они, несмотря на свое величие, они никогда не нарушали Дайва Варнашрама. Nobody can get enjoyment, I know, but what to do? A long time, 3-4 years, somebody speaking, you have to speak on this point. I say it's very sensitive issue. If I speak, somebody can misunderstand me. So I can give example, different example, near future, one by one. But you have to understand this point. Not that you can break in rules and regulations. Suppose you are following Brahmacharya Ashram. Someday you lose faith. And throw sannyas brato, sannyas, brahmacharya ashram. You go to, you like to marry one lady. So many things happens. Bhaktivinoda Thakur speaking, suppose, one example, very vital example. Suppose one man и вот пример Махарадж приводит, если кто-то из браманской семьи получил посвящение и прочее. Вот Уджал Банерджи, например, его зовут, он браманской семьи происходит. И после этого, если... Follow what I mean. Very sensitive issue. I know. Today's discussion is very typical. You can be. Даже еще более запутанно. Вот что это браман получил посвящение, потом принял саньяс. То есть он был домохозяином, потом принял отречение, потом принял саньясу, а потом оставил саньясу. А если потом, когда он оставил саньясу, то он уже не имеет права называться своим предыдущим именем, он уже из Ачюта Готры получается, поскольку... Ну, то есть он даже свое имя не имеет права использовать после того, как оставил саньясу. То есть это очень такие, как сказать, запутанная тема, и никто не хочет обсуждать ее. So why I speak, at least they can understand this point. Otherwise, total system, at present you see total Varnashrama almost broken, break down. Ну, сейчас Варнашрама, она практически разрушена. Шудры хотят жениться на браманах, браманы на шудрах, и в Бхагаватам, в различных писаниях можно найти вот эти слова. Анулом и Пратилом. Анулом значит отец браман, мать кшатрия. Или наоборот. Мать браман, а отец кшатрия. Это Пратилом и Анулом. В Бхагаватам даже описывается это. Если вы сомневаетесь, я это могу привести пример. И это плохо. To use according to you can use whatever you like, you cannot do. There is some system you have to follow. You are now in Vidhimarg. Сейчас мы находимся на Видхимарге. In Vidhimarg, you have to follow. И на Видхимарге мы должны следовать всему. In Vidhimarg, you have to follow everything. After that, in future, when you после этого в будущем, когда вы возвыситесь, то тогда, может, уже будет не обязательно следовать всему, когда вы осознаете себя как вечным слугой Кришны.